43-летняя Дана Борисова заявила, что ведет здоровый образ жизни. Однако поклонники не верят звезде и считают, что у нее произошел срыв. Телеведущую 3 года назад отправили на реабилитацию в Таиланд. По словам блондинки, с тех пор она не употребляет спиртные напитки и запрещенные вещества. Однако фанаты Даны считают, что она лжет. Многие заметили, что в последнее время Борисова ведет себя странно. Телеведущая в прямом эфире показала грудь, разругалась с дочерью и соседями, организовала нападение на себя. Звезду также критикуют за неопрятный внешний вид и вульгарное поведение. Поклонники Даны предположили, что она сорвалась и вернулась к пагубным привычкам. Телеведущая устала от обвинений. Она записала видеообращение, в котором попросила оставить ее в покое. Решила выйти на связь и еще раз продемонстрировать свой заплетающийся язык. Мои доморощенные психологи. Объясняться нет настроения, обиды тоже нет. У нас же все самые умные. Сейчас все сидят на карантине, все злые кормятся только тем, что пасутся на чужих страницах и пишут гадости. Мне пофиг, честное слово, высказалась Борисова. Дана также посмеялась над хейтерами, которых не устраивает ее прическа, макияж и то, как она себя ведет. И собака-то у меня грязная, и танцую я слишком веселая в карантин. Ну точно под чем-то. И прочее. Нервы у меня действительно стальные, но сегодня уже почувствовала, что и они сдают. Идите все лесом. Кто вы такие, чтобы мне указывать, как жить, танцевать и краситься? Разговор на этом окончен. Достали, эмоционально написала Дана в Инстаграм. Борисова, в свою очередь, обвинила в алкоголизме Анастасию Волочкову. Королева шпагата обиделась и подала на телеведущую в суд.